Продается дача в жилгородке. Двухэтажный дом, баня, участок. Телефон 8 910 401 40 30. Квартиры от 900 тысяч рублей в Сочи. Телефон 8 961 918 99 99. Продается дом в Саракташском районе на границе с Башкирией. Чистый воздух, целебные родники, святые места. Участок 25 соток. Дом готов к проживанию. Мебель, элитная сантехника. Телефон в Оренбурге 231 500. Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Телефон 22 73 07. Срочно продается часть дома в районе Центрального рынка. 980 тысяч рублей. Торг. Телефон 55 55 19. Продают двухэтажный дом в поселке Весенний, 2. Участок 12 соток. Имеется гостевой дом. Телефон 8 910 401 40 30. Помощь в срочной продаже квартиры. Обращаться по телефону 60 97 37. Ремонт после ДТП высокого качества. Телефон 99 11 30. Ремонт стиральных машин. Продажа запчастей. Телефон 60 60 80. Купят баян, аккордеон. Предложения ждут по телефону 466-875. Ремонт стиральных машин. Недорого. Телефон 42-0909. Обучение охранников. Школа охраны «Долг-2». Телефон 58-27-25. Бесплатное переобучение на категорию «Д» с последующим трудоустройством. Звонить в рабочее время по телефону 40-10-40. Организация приглашает на обучение электромеханик по лифтам. Трудоустройство гарантировано. Телефон 781-407. Учебный центр «ЩИТ» проводит набор на курсы по повышению квалификации частных охранников в связи с окончанием срока действия удостоверения частных охранников. Телефоны 25-75-78-68-82-82. Оренбургский автотранспортный колледж проводит набор на курсы. Подготовка водителей-специалистов, осуществляющих перевозку опасных грузов. Специальная подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения. Мастер производственного обучения вождению автомобилей. Обращаться улица Кичигина, 4, Цвиллинга, 65, 67, 69. Телефоны 57 2480, 57 2471. Организации на постоянную работу требуются менеджер отдела развития с личным автомобилем и менеджер отдела продаж. Телефон 35 24 65. Требуется дворник-садовник в поселок Ростоши. Зарплата высокая. Телефон 97 45 54. На базу по улице Беляевской требуются слесарь-сантехник и электромонтер с допуском по электробезопасности свыше 1000 вольт. Звонить 229-332. В таксопарк номер 1 такси «Восток» требуются водители на новые автомобили. Аренда, выкуп, план от 700 рублей, соцпакет, телефон 20-13-36. Требуются автомойщики. Телефон 28-65-75. Предприятию «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» в городе Самара приглашает на постоянную работу токарей, фрезеровщиков, операторов СПУ. Официальное трудоустройство. Зарплата от 40 до 60 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Возможно, вахта. Телефоны 8 846 207 52 52. 8 877 58 108. В кафе требуется кассир. Телефон 29 1307. Требуется водитель молоковоза с картой водителя. Водитель-экспедитор категории БЦ. Телефон 52 85 99. Требуется рабочий и ночной смены 2 через 2 в район. Зарплата 20 тысяч рублей. Телефон 24 95 80.
Кафе «Он Кофе» приглашает на работу поваров, продавцов, барменов и официантов. Телефон 90-82-31. Требуется мерчендайзер. Звоните 25-06-27. Филиал РТРС Оренбургский ОРТПЦ приглашает рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда. Зарплата 15 тысяч рублей. Обращаться в Оренбурге, переулок Телевизионный, 3. Телефон 90-00-12, добавочный 37-56. Требуется бухгалтер. Телефоны 30-60-54, 94-93-03. Требуются водители на новые автобусы. Телефон 29-04-78. Требуются уборщицы, тележечники. Работа по графику. Звонить 97-29-98. Организации требуются сварщики. Телефон 22-46-46. В общество требуется главный бухгалтер. Резюме отправлять на указанный e-mail, звонить 24-30-54. В организацию район СУЛАК требуется электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, прораб, слесарь по сборке металлоконструкций. Оформление по Трудовому кодексу, имеется развозка, соцпакет, телефон 40-40-85. Вахта, Москва. Требуются охранники. Телефон 8-987-85-130-72. Сотрудник с опытом работы в «Газпроме» 48 тысяч рублей. Телефон 26-69-54. ИП требуется помощник 35 тысяч рублей. Телефон 60-36-87. Сложная офисная работа 70 тысяч рублей. Звонить 60-46-97. Требуются сотрудники с опытом в торговой сфере. Телефон 92-89-85. Администратор 25 тысяч рублей. Телефон 59-49-40. Офисные работники от 23 тысяч рублей. Телефон 51-43-58. Снабженец 40 тысяч рублей. Экономист 30 тысяч рублей. Телефон 26-29-39. Специалист по кадрам. Телефон 58-78-35.